Дорогие наши мамы, папы, бабушки, дедушки, мы хотим вас поздравить с самым светлым праздником, Днем Матери, поприветствовать вас и порадовать нашим выступлением. Свет мой зеркальце, скажи, да все правда, да слушай. Что на свете всех мудрее, всех любимее и добрее? И ей зеркальце в ответ. Все тут девицы прекрасны, в том, конечно, спору нет. Только есть такое слово, что дороже дорогого. В этом слове первый крик, в этом слове счастье миг. Добрый и очень близкий это слово «мама». Поздравляем мы тебя! Ксюша, выходи, рассказывай, Ксюша. Вместе? Сосенью все дети Евы, мама. Тут привет, мама, слово. Новогодняя свой там тепло и свет. Молодец, умничка. Молодечка. Дома. Давай скорее. Рассказывай, ребята. Мамочки. Подарок в этот уге я самый красивый. Мам, у меня. Сильная. Умная. Мама у меня умная и милая, я мама дорогая, крепко любит нас. Песенку о маме мы споем сейчас. Мамы – это наша гордость, это наша слава, сила, это только наша твердость, это помощь при веселье. Мы склоним головы пред мамой и окружочек встаем, кружочек, хоровод, хоровод, как мы делаем? Встаем, кружочек. Поворачивайся. Хорошо читается детям сказки. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. Серый волк за ней следил, ищет их она зовет. И в дороге слезы льет. И на горе. Молодцы. Ну что, сейчас небольшая еще разминочка. И мы с ребятками еще станцуем один танец с мамочком. Давайте в хоровод стоим. Вперед, 4 шага, назад, 4 шага. Замужем за тобой. Мила, давай в хоровод, Милочка. В хоровод давай. Ручками попрыгали, а потом попрыгали. Вперед, 4 шага, назад, 4 шага. Подружили с мужем. Мила, давай в хоровод. Хоровод. Теперь. Ручками назад, 4 шага. Кружится, кружится наш хоровод. Thank you.
замечательный аппарат летательный. Ступа. Что же это за предмет? Яйцо. Игла. В яйце что у нас? Игла. Уплетая калачи, ехал парень на печи прокатился. Молодцы, справились. Для ребят дороже мамы никого на свете нет. Шлют вам наши... Что, встаем? Давайте, Можно родители немножко? Мама будет смотреть. Мамочка, видите, будет танцевать. Молодцы. Сука мешает. И в другую сторону. Молодцы. Молодцы, давайте еще чуть-чуть. Нас туда садимся, мои хорошие ребятки. Я им буду тоже задавать вопросы, они будут тоже отвечать. Кто пришел к нам, ко мне в гости? Кто пришел ко мне с утра? Мамочка. Мамочка. Кто косички мыть заплел? Мамочка. Целый дом один подмел. Мамочка. Кто цветок в саду сорвал? Мамочка. Кто меня поцеловал? Мамочка. И скажу словечко. Я... Это вторая девочка. Молодцы. Это Тёмочка. Это Артемий. Да. Это Саша. Все? Ну что, подойдем к мамочкам подарок? Мамочка, вот такой сердечко на Саше. Какой пирамидчик. Саша, это ко мне подписано. Держи, маме подари. Маме подари. На Тёмочку. Ой, маме. Бабе. Маме. Маме. Он бежит, качается, трогает, старается. Пойдем с мамой. Пойдем. Ты чем хорошо с нами танцевала в паровозе? Катай меня, Коль. Давай. Следующий туда. Сашуля, следующее танцевальное. Я проверила, потому что дети. А я
на грех. Видишь, такой паштет? Спасибо, моя родная, спасибо, моя сушка. Да, можно, а что это? Смотри, Андрюшка, смотри. Это ты, Андрюш, да? Да, это я. Мандаринка в смысле? Мандаринка на другой тарелочке. Старались для вас, сделали еще вот такие вот цветочки. Долго делали. Да, долго. Эти глаза делали. Больше всего. Что ты хочешь? Салфетки, да? Вот у тебя жена твой. Алиночка. Я хочу сказать твоей Лерочке. А вот Лерочка. На, Лера, мамочке подари. Так, все вроде. Мамочки. Уже все, мама, я здесь. Ой, какое яблочко у тебя хорошее, водичкой. Точно не хочешь, мама? Ребятки, писать никто не хочет. Яблочко будет. Лера, пойдем.